Шалом! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей, как вы знаете. Сегодня я приготовлю изумительный, необычный фалафель. Обычно его делается с нута, но я его сделал с чечевицы, с красной чечевицы. Здесь у нас сухая чечевица, 300 грамм. Я отмочил на 6 часов. Один белый лук, средний. Чеснок по вкусу, молотый тмин, молотый кориандр, кинза, петрушка. Это нам нужно для фалафеля. И оливковое масло, и соль обязательно. Теперь я сделаю так. Мы это все перебьем через мясорубку. Один белый лук, такие три зубчика нам хватит. Кинза. Я думаю, этого хватит. И петрушку. Значит, у нас здесь молотый кориандр, такую ложку, столовая ложка, молотый тмин, тоже одну ложку, оливковое масло, 2 столовые ложки. И соль. Соль это уже по вкусу. Теперь мы должны хорошенько размешать. Можете попробовать на соль. Итак, этой массе нужно отдохнуть хотя бы 40-45 минут. Итак, 45 минут он у меня постоял в холодильнике, он собрал все вкусы. Будем формировать наш фалафель. Берем 2 такие ложки и делаем форму. Это необычная форма для фалафеля. Еще раз. Все, теперь идеально. Теперь мы нагрели заранее масло. Обычное масло нейтральное.
Я всю массу сейчас не буду делать. Ее можно поставить в холодильник, морозильник. В холодильнике она может стоять 48 часов. С ней ничего не случится. Она будет вкуснее. Пока не смажается фалафель, я сделаю вам тхину. Итак, тхина. Кунжутная паста. Она вот так выглядит у нас. Угу. Я сделаю, налью всего лишь 100 грамм. Оп. У меня здесь холодная ледяная вода. Еще со льдом даже. Какая-то петрушка у меня здесь, кинза, соль, лимон и чеснок. Не забывайте про ваш фалафель. Фалафель не нужно пережаривать. Вот, посмотри, иди сюда. Вот. Все, он готов. Готов. Нет, это еще чуть-чуть. Это еще чуть-чуть. В общем, буквально полсекунды. Окей. Пока есть наш фалафель отдыхает. Можете посмотреть его здесь. Окей, все посмотрели. Теперь мы берем чеснок. Делаем такое пюре, чесночное пюре. Это я делаю тхину необычную, а одна из рецептов. Значит, мы положили чеснок, лимон. Соль. Теперь мы хорошенько это помешаем. Видите, оно загустело. Значит, это хороший результат. Теперь мы берем нашу зелень. И тоненько-тоненько режем. Ну, как-то вот так. Кладем это все в нашу тхину. Теперь на 100 миллиграмм тхины, кунжутной пасты, мы заливаем 70 миллиграмм воды ледяной. Опа, чуть вышло, ничего страшного. И хорошо мешаем. Попробуем на соль. Соль еще чуть-чуть. Ну, в принципе, вот такая тхина у нас и получилась. Жарковаткая, как я и хотел. Итак, я сделал фалафель из красной чечевицы. Аромат просто не передать вам. Идите сюда, смотрите. Вот он, красавец. Мой запах. Очень-очень-очень вкусный. Берете тхину. И все идеально.
как я и хотел. Очень вкусно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Увидимся в следующей серии. Витрот!